Ну ладно, ребят, уже нет смысла скрывать, поделюсь с вами фактом своей личной жизни. Я выхожу замуж, и на этот раз это будет тихая, спокойная вечеринка, только для своих, никаких подарков не надо. Просто найдите мне мужика, который согласится на мне жениться. Спасибо. Вот Нинка! Нинка родила, и ей в знак внимания подарили Бентли! Нинка родила от замминистра! Ей подарили Бентли, чтобы она молчала! Антон, я тоже хочу молчать. Сидеть в Бентли и молчать. Сейчас все в соцсетях, все в соцсетях. Отношения люди строят, ругаются. У меня подруга почти рассталась с парнем, знаете из-за чего? Потому что он не посмотрел ее сторис. Ну не тварь. Смотрите наши сторис. Мы для кого их снимаем? Если кто-то думает, я для себя, нет. Тогда зачем в Инстаграме есть функция посмотреть, кто посмотрел твои сторис? Кто пригласил священника на открытие трансформаторной будки? Человек один раз будку водой окропился, с работодателем встретился. Я не хочу этим заниматься.